Всем доброе утро, друзья. Сегодня у нас воскресенье. Давненько я не выходил на связь. Так что извиняюсь чутка. Вот. Газель продана. Продал газель. Получается, за 1 020 000. Уехала в Оренбург она. Вот. Ну, видео вставлю, как что мы там провожали ее. Вот. Как-то так. Вот. И приобрели мы вот такой вот ман. Тягач у нас вышел 550 000, и прицеп штора 300 000. Вот тут у нас, видите, уже на пенечках. Мы вчера расцеплялись, мы вчера здесь ездили, масло меняли. Вот. Прицеп у нас получился в 300 000. Такой простой голландец. Тоже его немножечко надо все подделывать. Вернее, я уже вчера поменял на средней оси. У нас воздух пропускал. Поменял я вчера, отпилил болгаркой гайки, новую поставил, все подсоединил. Короче, пока мы возимся. Сейчас с этим нас, короче, немножечко тоже надурили. Еще не знаю, пока никому, к спецам не обращался. Да, прицеп, конечно, такой мощный, блин. Не знаю, посмотрим, как бы по весу, сколько чего он будет проходить. Нам сказали, что одна опускается нога, а второй якобы ключом докручиваешь. Ну, короче, в итоге ни то, ни то пробовал. Стоит, правда, что тут как-то у нас. Ну, ладно, мы так подзагнали чутка. Вот. И нас еще обманули с баком. Не предупредили с баком нас. Короче, не знаю, что получится. Если честно, хер его знает. Здесь у нас помещается как бы где-то 350 литров, наверное, заходит. 350, наверное, где-то заходит. Помимо вот этого шва. Ну, я не знаю, конечно, надо, наверное, по-хорошему будет пару рейсиков проехаться и посмотреть, наверное, это. Отдавать его на пропарку и пускай заваривают. Вот. Ладно, тут у нас... А, и свет у нас не совпадает с прицепом. Стопы не горят. Остальное все совпало, стопы не горят. Здесь так-то вроде бы все выбирали сам. Так, без спецов, как говорится, таких особо-то. Вот. 6 цилиндров здесь. Не знаю, правда. Сегодня, кстати, мы будем снимать форсунки. Повезем их на стенд завтра. Пусть ребята проверят все. Что и как. Ну, 2 дня дождь шел. Фиг его знает. Ничего, кузов сухой. Там где-то прям в самом-самом конце возле ворот. Так. Еще кабину, наверное, надо. Кабину сейчас залезем. Сейчас мальчишка придет и будем. Ничего особо не прибирались, не убирались. О, это аж как непривычно залазить на газели. Быстро запрыгнул. Вот такая вот кабинка. Вот. Ящички, то все, ну, как обычно все. Рации, тахографа нету, диск этот, болванка. Я уже здесь, короче, одну ночку ночевал, так ничего, нормально, удобненько. Здесь второй у нас лежачее место. Здесь кармашки всякие, ну то есть.
Сухой фен здесь. Вот, вот нам книжечку дали опять в пит-стопе. Залили. Мы хотел залить Total. Хотел залить Total масло. Нифига. Не нашли. Залили Mobil MX 10 на 40. Вот. У нас что-то получилось замена всех фильтров. Топливные, масляные, масло. 15, ну 16 тысяч, грубо говоря. Да, масляный фильтр, два топливных. Ага, и вот манул герметики, аврал для бака. Не знаю, посмотрим, что, как он будет. Он там 2-3 дня, что ли, сохнуть должен. Мне кажется, это ерунда, надо пропаривать и делать. Ладно, так посмотрим, что, как себя поведет. Номера мы получили, все получили. Ну, в целом, вроде бы, вот как бы так. Такое вот. Видео я там ставлю, что как. У нас же еще помпа. Помпа полетела. Мы 200 километров отъехали. Где-то не 200, 250, наверное, от Торска отъехали. И, короче, у нас заклинила помпа. Вот. Но звук изначально шел, когда запускали мотор. Звук шел, ремня, свист. Не знаю, конечно, хозяева, может, догадывались, может, нет. Как бы я фиг его знает. Ну, сказали, якобы там, ну, просто натянуть надо. Ну, вроде бы вот просто натянуть, и все, ремень. Ну, поехали мы, вот и натянули. Короче, заклинил помпу. Видео я тоже вставлю туда, так, отрывочками там всякими будет, потому что пока в связи с этой всей движухой тут, то все, мы, считай, в Медногорск летали за этим маном. По-моему, да. Что-то уж, если я не путаю. Наверное, путаю, блин. Перед Орском. А в Буинске мы забирали прицепы. Все это у нас... Ну, короче, коллаборация такая была, блин. Ну, вообще жесть. Туда-сюда все на этой... На 14-й на этой мотались. Туда-сюда смотрели. Вот. Так-то особо я не шарю, конечно, у них. Вот. Мотор, что здесь? 400 лошадей. Но сказали, первая форсунка, она якобы была электронная. Короче, ее переделали на механику, и типа того ТНВД поставили от 420 лошадей. Ну, не знаю там, как это все влияет, но, короче, якобы хозяева кричат 420. Коробка ЗЕФ здесь. Так все вроде сухо, все работает. То есть, ну, более-менее так это нормально. Ну, вот сегодня будем форсунки снимать. Все снимем форсунки, попробуем, все отвезем на стенд, проверим, чтобы уже было, потому что дымок идет, на подъем идешь, она это, есть, дымит, видно это, заливали, наверное, скорее всего, может там все подряд или, ну, не знаю, там не суть уже. Вот, форсунки отвезем, останется нам выставить свет, свет с тягача на прицеп стоп. Надо будет найти, потому что габарит, все остальное работает. Все совпало, не знаю, пока это. Ну и, соответственно, задний ход надо будет тоже посмотреть. Ну и в целом все, фитинги я тут везде поменял. На прицепе у нас сразу вышибло, когда нас гаишники остановили, на ручник поставили, у нас там с крана вылетел фитинг, трубка. А, чем бы там? Ну, мы доехали до дома-то. Как бы ночь была, ну, темно уже было, не стали лазить, там видно, что где-то свет пропускает. Ну, потом с утра купил, я все это поменял. Вот. Ну, так вроде бы все в целом нормально. Тут все так-то вроде работает. Тут эти все тоже, как бы, все по подъемнички. Ну, не знаю. Кто-то это, конечно, все... Знает тут, что как, что-то магнитофон балалайку вчера включали, вроде что-то, да, работает здесь. Автономка вот. Есть. Пробовал, да, хорошо дует с двух сторон, то есть здесь. Вот. Там и под сиденьем там, то есть выведено с двух сторон, задувает сразу. Вот. Что еще тут? Сигнализации тут нету. Ну вот как-то так, друзья.
Ладненько, что. Попозже еще, если сниму, как что, снимали форсунки, тоже туда вставлю. Ну и так частями посмотрите, как бы. Кто что может напишет, кто что подскажет. Вот. Ладно, что, на связи. Всем удачи. Пока-пока. Все, друзья, машина уезжает. Давайте еще раз пройдемся, посмотрим. Поедет она у нас в Оренбург. Оренбург. Доча, помаши ручкой. Пока-пока. Че, ну все? Запустили? Че, ловит? Нихуя. Не, не ловит, наверное. Какая волна вообще? А, тут как-то есть? Леха, а это откуда? Че такое? Ну, блядь. Что-то боевок с сигнализацией. Хер его знает, бля, я не знаю. Я второй кинул, одним пользовался, который был этот. Может, какая-нибудь крышка бака была, еще что-нибудь. Но там сейчас не такая, без этого. Это водка, а нет, второй, вот этот вот. Да. А ты приедь, сделай дубликат. Сейчас. А? Да-да-да-да. Да я снимаю, он уезжает. Немножко заснять хоть надо. Аппарат. Блин, коробку отремонтировал. Вообще ты не представляешь, четко вообще работает нахуй. Бля, собрал Валер, как никогда, бля. Никогда так не собирал, бля. Питак. Да. Запчасти 3,5. У нас дешево, да. Да, все, поехала машина, да. Приду на днях. Завтра. Да-да-да-да. Все снял, нахуй. Я за 1,20,000 я и, ну, все забрал. Все? Вообще? Нет? Вообще. Да нахрен не знаю. Папа, поди. Остальное все забрал. Всем, друзья, добрый вечер. Приехали ман смотреть.
Чего говорит? Говорит, вот, блядь, машину приезжающего автографа нахуй нету числового. Какому школьник минус, что ли там? Ебать, вот, блядь, он уже колхозит. Thank you.
переливает, блядь, да? Она не переливает, переливает, и он работает. А как вот, блядь, как качок. Он вроде дуванул мало, ему еще не хватает, цилиндр не работает. Потом, блядь, он накачал, дуванул, она заработала. Раз, обороты приподняли. И как вот ногой качаешь, это бывает. У меня на камень, блядь, чуть-чуть, на камень, а бывает... такая хуйня была. Быстро работал, но. И она то пробьет машинку, то не пробьет распылитель. Никакой электроники. Это я понял. Как я мне тобой... в Тольятти, блядь, я когда продавал. Вот, блядь, меня вот нахуй 414, что ли, у него нахуй, или 463. Вот меня заебало это электроника. Я говорю, с тройником ищу нахуй. Я говорю, приезжай, смотри. Он потом нахуярил. Заклинила у нас помпа. Такую мы помпу, короче, купили за 5000 с чем-то. Меняем помпу, стоим. Там Оренбург, 20 километров, наверное, осталось. Вот так вот. Купили машину, проехали 200 километров, заклинила помпа. Ну что, бывает, бывает. Собирать будем дальше. Вот она и заклинила, эта помпа. Оригинальная, бля, это что-то ни хрена, бля, не оригинальная. И стреляли, блядь, и убегали нахуй, пизды получали нахуй. Ну, платил я всего один раз, кстати, у вас в Ульяновске, нахуй. А, за мост? Нет, вместо года, когда я пригодил. Но перед мостом стояли в ночь, когда проезжали, нет? Там, нахуй, не раз не платил. Я приезжал, нахуй. К вам, блядь, перед заводом управлением УАЗовского завода. А! Да. Поехал со снабженцем нахуй. Дуальником ездит, санитарный. Завод. Я говорю, а что здесь как у вас? Куда мне, блядь, уехать-то нахуй? Где здесь стоянка, блядь? Стоянка. И ваш Ульяновск едет нахуй. Ну, представитель нахуй. Да ты чё ебанулся, да стой здесь нахуй, завод управления, вот стоишь перед завод управления, кто тут нахуй? Я говорю, да ну нахуй, блядь, ты ебать, там охрана, всё тут, всё, блядь, камеры, всё видят нахуй, ни одна, блядь, не подойдёт. Ну ладно, нахуй, мой снабженец в гостиницу или к этому нахуй уехал, я не знаю, ну такой не рыбки мясо. Мне там, снабженец этот сказал, говорит, у вас такой-то, блядь, ни рыбы, ни мяса. Я говорю, да-да, нахуй. Ну и хули, только, блядь, прилег, нахуй. Блядь, не знаю, задремал, не знаю, нет. Сверху тук-тук, нахуй. Я башку в окошко хуяк, а мне волок, нахуй, блядь, ствол торчит, нахуй. И тогда как раз это пища, по-моему, были. Что-то я отдал, хуйня там. Ну я вроде за луку лезть, нахуй, а хули лезть, нахуй, когда, блядь, ствол волку торчит, нахуй. Потом еще подъедет, отдай, блядь. Нет, все, нахуй, малява, мне сказал, нахуй. Я сказал, нахуй, нет.
Будем собирать сейчас дальше. Все, закрыли, опустили. Антифриз залили. Чё? Чё там, Лё? Сейчас еще нагреется, да, прогоним. Ох, аппарат, блин! Че, Леха? Где, че, температура? Вот масло. Аккумулятор все не горит, да? Все нормально. Это ты не газуешь обороты такие? Я держу ногу, не педаль. А, держишь, ну, понял, понял. Аккумулятор, значит, не умер за ночь, да? А он что, должен был умереть, что ли? Они сказали, что аккумулятор хуёвый. Да, вроде. Знаешь, там по щелку, она должна щелкнуть. Чего щелк? Ну смотри, можно включить, можно выключить. Говорю, смотри, рисунок, говори. Смотри, а, все. Ты же дверь горит, да? Да. Я могу вообще выключить, но выключить. Ну, понял, я выключу. Включить дверь, пока не закроется, она не потухнет. Ну, понял, понял, понял. Понял, понял, понял. Ну, смотри, сиденье поднимается. Как? Воздух качает, сиденье поднялось. О, блин. А, все уже, ты кайфуешь? Да, да. Нормально? Прям обалденно. Так, ну ты посмотрел, самое главное, как регулируется. Да, а что, он же нормально работает, нет? Он сейчас глох, я ногу держу на педали, он глохнет, пока не нагреется, он будет работать. Ну давай, 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 держи. Я педаль держу. Давай, держи. Тебе прибавить надо? Не надо, потом посмотрим, он сейчас нагреется, я пущу ногу, потом видно будет. Понял, пока понял. Пока ритайдер, пока сейчас тосол прогонят, ритайдер заполнится там, где помпа, блин. Едем в сторону дома. Что там масло как свежее? Ну не. Вообще в хлам? Черно. Да? Я вот тут газон сливал, я первый раз увидел такое масло прозрачное у дизеля. Оно черное, но прозрачное. Да? Обычно оно гудрон. А так оно всегда гудрон. Заехали менять масло в пит-стоп сразу. Мобил, Делвак зальем. Тотала нету, полусинтетики. Прям что-то жиденькое, да, как вода, но. Да ну ладно. Эх, ёкарный бабай.
что, перегруз? Пряжка у меня перегруз. Не успевает масло садить. А-а-а. Тонговод маленький. Понятно, понятно. Так, это наш топливный надо будет поменять. Все. Номера получили. Это будет тягач 913. Это будет прицеп 11.35. Сегодня будем форсунки снимать сами. Повезем на стенд. Вон там маленький два. Вон там, вон, да, стоят, вон они. Готов. Пускай Дима топливный посмотрит, здесь два топливных. И мы еще вот что нашли. Латку. Клапан, что ли, стучит? Форсунки снимать будем сегодня. Так, ну вот мы подняли кабину. Сейчас будем сапун отсоединять. Потом эту и обраточку. Маленькие гаечки. Вот, маленькие гаечки у нас там. Итак, 6 цилиндров. 6 форсунок. Начнем процесс. Чё, как у нас сейчас будет? Такая вот работа. Тащить из болота бегемота. Так, вот так вот мы отсоединили обраточку. Вот. И что нам стало интересно? Интересно то, хвост сними, да. То, что на гаечках вот есть отверстие. Сквозное, да? Вот. А на некоторых нету.
на сними этот хвост. Вот. То есть сними хвост. Вот, вот, то есть нету до конца отверстия. Ничего не уронил, нормально, все на месте, ничего не уронил. Вот. И вот такие вот здесь П-образные прокладочки. Ну что-то слишком толстые они. Но это вот мы не вытаскивали, нам будет рожать. Что-то она зажата здесь слишком сильно. Здесь вот два отверстия, как я понял, на этом вот. Вон, видите, раз отверстие, вот два отверстия. А здесь нету. И куда у нас, интересно, обратка девается в цилиндр? Может, у нас из-за этого коптит? Видите, нету. Есть. А с этой стороны нету. А тут вообще то же самое есть. С этой стороны нету. Короче, вот такая вот билиберда. Сейчас будем форсунки откручивать. Достанем ключ волшебный. Потому что здесь форсунки откручиваются под резьбой. Видите, там как в стакане, если вам сейчас показать, вот на свету. Вот на шестом цилиндре. Так как, о, во-во-во, видите, какой ключ должен быть? То есть там гайка, но форсунки гаечка. Вот. Вот так вот, такой вот у нас процесс идет потихонечку. Итак, вот мы сняли, я-то думал, что здесь должно сквозное быть, нет, объяснили, что вот тут, вот так что я там немножечко это, ошибся. Дуешь снизу, отсюда выходит обратка. Вот. Первый раз всегда когда-то что-то комом. Вот такие вот новые надо будет. А это вообще самоделкины. Сами что-то сделали, не знаю. Из меди повырезали две. На первом-втором цилиндре это было. Вот, ладно, сейчас будем снимать форсунки. Вот такой вот ключ. Съемник форсунок здесь. Мы еще его, правда, не испытывали. Будем сейчас посмотреть, как это работает. Полторы тысячи такой ключик стоит. Да-да, все правильно, четвертый. И третий, блин. Вот это четвертый, да? Ну, подожди, да, но она зачеркнута, видишь, просто чуть-чуть. Так, это у нас какая? Это у нас пятая. Пятая, пятая, пятая. Слушай, они на воде, что ли, ездили, да, Лех, получается? Охренеть, блин. А это шестая. Шестая, наверное, вообще хлам. Ну-ка, блядь, посмотрим, что там форсунки, блядь, распылительные, блядь. Вот, по идее, вот самое вот хуёвое, да, вот когда КамАЗ снимает, ну, начинает ссать, ну, да, вот, вот такая, наоборот, видишь, сухая, да, и маленько копченая. Вот это самый идеал, ну, грубо говоря, неисправности. А то, что мы с тобой увидели, блядь, шестую сняли, я был просто в ахуе, блядь. Она еще как бы, ну как бы, она еще как чистит. Вот есть просто льется соляр, да? Да. В идеале она распыляет. Вот это, грубо говоря, смотри, она как бы и не ссала, и как бы не, это, не распыляла. Ну, среднее было у нее распыление, так сказать. Вот видишь, все на меди, смотри, все на меди. Все на меди. На это внимание обращать надо. Ну, шайбочки, да, это как уплотнитель, наверное, да? Она потому что, понимаешь, хоть воздух, хоть топливный, медью. Она поджимает, она все, она как бы не пропускает. Она, а мы их тоже менять будем? Она надежная. Нет. Она надежная. Вот. Как только начинается добзда тянуть, да? Добзда. Блять, уже отдурина. Вот эта хуйня, да, начинается задиры. И она начинается. Она сплющивается, блядь. Как пластилин, знаешь, металл же, блядь. Вот тоже такая же хуйня. Когда смотришь, то хуйня, все, сразу выбрасываешь ее, блядь. Вот так же ты себя смотришь, ага, блядь. Жопа нахуй, блядь. Так, давайте форсунки сразу в сторону. Надо куда-то их убирать, да. Здесь не место на. Ну все, вот я последнюю снял. Лех, смотри, Лех. А. Смотри внимательно. Видишь? Лех, видишь? Смотри. Там еще внутренняя часть. Где? Вон, лежит. Видишь, блядь, я почему говорю тебе нахуй? Смотри нахуй.
В воде, что ли, катались на туре? Ты всегда, блядь. Хоть я, хоть ты так говоришь, смотри, блядь, смотри. Смотри, плохой, смотри. Пойдет? Да, сейчас. Да. Машину здесь... подальше спрячемся. Нет, пусть там. Так, лежит. Смотри, все, положу на место, все. Такие вот дребедени, оживляем немножко авто. У нас вторая такая, вторая, второй цилиндр. Сейчас мокрую. Вот четвертая.